потрескавшаяся краска, черный потолок, обшарпанные перила и разбитая плитка. Сейчас в подъездах многоквартирных домов по проспекту Юбилейный ничего не напоминает о былой обстановке. Совсем недавно здесь завершились работы по капитальному ремонту. Были выполнены работы по замене деревянных окон, причем эти фрамуги были с основания дома очень тяжелые, откидные, и не выдерживали той нагрузки, когда их приоткрываешь, то есть для проветривания. И были моменты, что их нужно было вот поменять. И они уже рассохлись, поэтому вот поменяли их на пластиковые. Кроме окон в подъездах модернизировали входные группы, поменяли тамбурные двери, обновили козырьки. У входа отштукатурили и покрасили пилоны. Внутри устранили следы протечек, заменили лампочки на энергосберегающие, повесили информационные стенды. А еще заменили электрощитки и почтовые ящики. Номера надо подрисовать поярче. Кстати, жители активно участвовали в ремонте своих подъездов. Они выбирали стенды, цветы красок и даже лампочки. Все эти вопросы решались на общедомовых собраниях. Мы понимаем и видим, что достаточно много жителей обращаются и выдвигают социально значимые инициативы как раз в этом направлении по ремонту, благоустройству своих близлежащих территорий, своего жилья и всего, что вокруг него. И одной из таких инициатив в том числе был ремонт данных подъездов. На сегодняшний день по проспекту Юбилейному отремонтировали 9 подъездов в рамках губернаторского проекта «Мой подъезд». Все это было реализовано благодаря инициативе жителей, которая набрала большое количество голосов на сайте «Хижонлайн».